Здравствуйте, Кунасичи. Привет, Даник. Привет, ребята. Сегодня я вместе с щенячьим патрулем нахожусь на тренировочной базе. Эй, Зума, целься как следует. Сейчас посмотрим на твою меткость. Уэф, уэф. Райдер, я готов. Можешь не сомневаться. Так, целимся. Огонь! О, Зума! Цель. Отличный выстрел! Прямое попадание! Спасибо, Райдер! О, гонщик, привет! Вы уже подъезжаете? Отлично, мы вас ждем! Эй, Даник, что случилось? Райдер, хорошая новость! Гонщик, Маршал и Рокки возвращаются с джунглей! Давай их встречать! Привет, робопёс! Хо-хо, как же здорово возвращаться домой! Ваф-ваф! Ваф! Всем привет, ребята! Ну что, скучали за мной? Ваф-ваф! Ха-ха, щенячий патруль, наконец-то я увижу ваш дом своими глазами, ваф, а еще буду слушать его своими ушами, они у меня ого-го. О да, трекер, у тебя действительно уши ого-го. Так, сейчас посмотрим, как вы тут без меня за порядком следили. Ну что, не сильно здесь намусорили, а? Хо, эй, Рокки, тебе бы только убирать да чистить. А ведь самое главное – это пожарная безопасность. Правда, ребята? Ваф! Эй, Даник, помоги, пожалуйста, поднять лифт. Сейчас подниму, так. О, все, спускаюсь. Спасибо тебе большое, дружище. Все, Маршал дома. И это здорово. Эй, робопес, отгони, пожалуйста, патруль его с на стоянку. Друзья, я так рад вас видеть. Ну как, прошла экспедиция в джунглях? Ваф, Зума, дружище, я тоже за тобой так соскучился. Экспедиция в джунглях прошла на 5 баллов. Тем более, мы оттуда привезли нового друга. Его зовут Трекер, знакомься, вот он. Ваф, ваф, всем привет. Я так рад увидеть вас лично, так наслышан о вас. Эй, щенячий патруль, у меня для вас сюрприз. Сегодня я хочу познакомить вас с нашими коллегами, героями в масках. Слышали что-нибудь о них? Ваф-ваф. Да, Райдер, я слышал о них. Говорят, что они очень храбрые, даже почти такие храбрые, как мы. Ваф. Да, они храбрые и хорошие ребята. Кстати, их зовут Кэтбой, Гекко и Олет. А еще они пригласили нас в гости на свою базу. Ну что, поехали? Ух ты! Ваф, чего же мы ждем? Тогда щенячий патруль смело за дело! Ух ты! Какая у них шикарная база! О, смотри, Гекко, смотри, Олет! Наши новые друзья приехали! Ну что, спускаемся их встречать! Всем привет! Рады вас видеть на нашей базе героев в масках! Ваф! Ну что же, герои в масках, давайте знакомиться. Я гонщик, рядом со мной мой друг Маршал, а вон тот пес-чистюля в зеленой шляпе, его зовут Рокки. А
меня зовут Кэтбой. А я Гека. А я Олег. Друзья, ваф-ваф, в честь нашего знакомства мы привезли вам подарок. Это игра Дженга, щенячий патруль. Ваф! Даник, доставай игру. Вот она. Ух ты! Какая интересная игра Дженга! А, действительно, щенячий патруль, вы там нарисованы! Так, ну что же, давайте в нее скорее поиграем! Открываем, распечатать. Ребята, для того, чтобы поиграть в игру Дженга, надо собрать падающую башню. Так... Друзья, повторяю правила игры. Каждый участник во время своего хода бросает вот этот кубик. Свет, который выпадет на кубики, в данный момент синий. Он означает то, что нужно вытащить синий блок и поставить его наверх. Вот так. Когда кто-то из игроков разрушает башню, тот игрок, который ходил до него, стоит победителем. Хе-хе, ваф-ваф. Ну что же, Даник, правила ясны. Начнем игру. Первым будет ходить трекер, так как он самый маленький. Так, мне выпал красный. Где у нас красный блок? Достаю. Ой-ой-ой-ой. Этот нам не подходит. Возьму этот блок. Так, и поставлю сюда. Ура! Мне получилось! Молодец, трекер! Отличный ход! Ребята, теперь мой ход. Мне выпал желтый блок. Возьму эту. Молодец, Кэтбой! Ура! Маршал, теперь твой ход. Вап, я уже это понял. Бросаю кубик. Хопа! Мне выпал желтый блок. Так, сейчас. Ага, какой же вытянуть? А вот этот. Думаю, подойдет. Отлично! Хе-хе. Мне повезло! Кто ходит следующим? Ребята, мой ход, внимание! Мне выпал синий блок. Возьму-ка я вот этот. Так. Готово! Готово! Молодец, ура! Крепыш! Умница! Теперь мой ход. Мне попался синий блок. Достану этот блок. Он мне должен. А, фу! Мне получилось. Кладу кубик наверх. Рваф! Ребята, встречайте лучшего игрока в игру Дженга всех времен народов. Меня зовут Зум. Запомните это имя. Это имя победителя. Я в этом не сомневаюсь. Так, значит, мне выпал желтый цвет. Вытяну-ка я вот этот. Он принесет мне удачу. Наверняка. Вот. Что это было? Как же... Ваф! Как же так? Даже не знаю, как так вышло. Какое-то недоразумение. Какая-то техническая неполадка, Даник.
Что произошло? Ты разрушил падающую башню. Да не может такого быть. Я же лучший из лучших. Ваф! Ребята, так бывает. Кто больше всех хвастается, тот больше всех проигрывает. Ребята, а кто же ходил передумать? Кто же стал победителем, а? Правильно, это Гекка. Он сегодня победил. Гекка, поздравляем тебя, молодец! Ты сегодня лучший! Спасибо! Ребята, с вами был Даник, щенячий патруль и герой в масках. Вы были на канале Носики-Курносики. Ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока-пока, ребята! Ребята, до новых встреч! Пока! Носики-Курносики!